Показывает следующее, что то, что происходит в Курской области, для русского правительства очень-очень болезненно. Они вкладывают сумасшедший ресурс в медиа-войну, всякое ИПСО работает, всякие дурачки или продажные дурачки с украинской стороны им подпевают. Они неделю раздували зраду о том, что там они смогли все-таки вернуть несколько сел по Курской области, но... В это время к ним подкрадывался большой пиздец. И вот этот пиздец вы сейчас видите на видео. Что происходит? То есть они залезли в котел. Мы зашли в новом месте Курской области. И сейчас у русских выбор. Либо вывести свою эту группировку и отдать нам еще пару тысяч квадратных километров. Либо их группировка попадет в окружение. А это там... 1008 человек, не меньше, если их можно назвать людьми, которым придется спасать, снабжать и нести сумасшедшие потери. То есть они могут сохранить людей и отдать нам кусок в несколько тысяч километров, либо им придется нести сумасшедшие потери для того, чтобы держаться в этом котле, который сейчас у них образовывается. Ну и с днем танкиста, так сказать, техника тевтонская, тевтонского гения двигается по их земле, у них должно рвать жопы просто в сумасшедшем темпе и с сумасшедшей силой. Всех поздравляю! И не слушайте, не читайте, отписывайтесь от продажных блогеров, особенно если это немецкие всякие псевдоэксперты или истерички типа Безуглой. Резюмируя, военно-политическое руководство Украины, которая разыграла этот гамбит, просто достойно всяческого
всяческой похвалы. Тот, кто это спланировал, красавчики. Те, кто это делает, красавчики. Всем остальным я пожелаю просто делать свою работу, а перестать разводить зраду в интернете.